Господа, мы должны сегодня утвердить директиву номер 35 о проведении решающей операции и наступлении на Москву. Суть ее заключается в том, чтобы разгромить русские войска до прихода зимы. Наступление будет проходить с целью уничтожения противника восточнее Смоленска путем двойного окружения в районе Вязьмы. После этой решающей операции группа армий «Центр» должна приступить к преследованию разбитых русских войск в направлении Москвы. Мой фюрер, общая концепция директивы хороша. Наконец исполняется моя давняя мечта начать наступление против главных русских сил. Только бы удержалась погода. Ибо раньше конца сентября нельзя подтянуть необходимые подкрепления. Я предлагаю назвать эту операцию «Октябрьский праздник», с тем, чтобы она была завершена 7 ноября на Красной площади. Нет. Слишком много чести большевикам. Мы назовем ее операцией «Тайфун».
Для удара на Москву германское командование сосредоточило мощные отборные силы. Ни разу в ходе Второй мировой войны, кроме битвы под Москвой, не было развернуто на одном направлении трех танковых армий, более 1 миллиона солдат, 1700 танков, 2000 самолетов. Сентября 1941 года, на 2 дня раньше общего срока наступления, танковая армия Гудериана нанесла удар по левому флангу Брянского фронта. Ее поддерживала вся авиация группы армий «Центр». После мощной артиллерийской и авиационной подготовки немецкие механизированные войска прорвали тактическую оборону Брянского фронта и стали быстро продвигаться в сторону Орла. Вот, голубчик, какая ситуация. Надо спасать положение. Вам ставится задача остановить танковую группировку Гудериана, наступающую на Орел. Для этого необходимо в течение 4-5 дней сформировать первый гвардейский стрелковый корпус. Я так понимаю, товарищ маршал, что в корпусе кроме командира никого нет. Вы правильно понимаете, пока нет. Но вы сейчас сядете к телефону, соберете себе штаб из сотрудников бронетанкового управления и подумаете, какие части из резервов можно включить в ваш корпус. Генерала Лилюшенко срочно к товарищу Сталину. И вас, Борис Михайлович. Обстановка резко изменилась. Гудериан уже недалеко от Орла. Сформировать корпус нужно не за 5 дней, а за 1-2. Товарищ Лилюченко, вам надо немедленно вылететь в Орел и на месте во всем разобраться. Разрешите доложить свои соображения. Докладывайте. Сейчас лететь в Орел нет смысла. Наших войск там нет. Прошу починить мне 36-й мотоциклетный полк, находящийся в вашем резерве. И Тульское артиллерийское училище. С ними мы двинемся навстречу Гудериану. Думаю, что предложение Лилюшенко можно принять. Хорошо. Дальше Мценска противника не пропускать. Есть, товарищ Сталин. Чьи танки? С кем имею дело?
Генерал Лилюшенко! Командир 4-й танковой бригады, полковник Катуков, прибыл в ваше распоряжение. Сколько у вас танков? Первый эшелон 16 танков. 16? Не густо. Что будем делать с танками, полковник? Надо бить противника по открытым флангам и не давать себя взять в клещ. Добрый. Верно говоришь. Поставим танки в засаду вон в ту рощу. Остаетесь за старшего. Есть. Все артиллерии, огонь! Все артиллерии, огонь! Все артиллерии, Катухов! Танковые засады в бой! Есть! Орел! 5! 5! 5! Товарищ генерал, противник остановился. Сейчас бы нападать ему чем-нибудь, и он покатится. Нечем. Все введено в бой. Да вот тут к нам какие-то РСы прибыли. Командир дивизиона гвардейских минометов, капитан Чумак. Приказано дать для вас один залп. А почему так мало? И этого хватит. Надо предупредить людей на передовой, как бы ни возникла паника. Передайте. Слышал я про ваши штуки. Слышал, вы под Оршей немцу хорошо давали. Но никогда не видел. Валяй. Есть. Доброе утро, господин посол. Доброе утро, Вихард. Что у вас? Я пришел посоветоваться с вами, господин посол, относительно нашей информации для прессы. Как вы думаете, на что следует сейчас обратить наибольшее внимание? Я думаю, надо всячески подать наше наступление на Москву. Хотя это все равно ничего не изменит. Вы думаете, японцы никак не будут реагировать на наши успехи?
Я вот только что отправил шифровку в Берлин, где сообщаю, что ведение Японии войны против русской дальневосточной армии, которая все еще считается сильной, нельзя ожидать раньше весны 42-го года. Это окончательное решение японского правительства? Да, они выступят только тогда, когда мы выиграем войну. Может быть, вы выпьете кофе? Нет, спасибо, господин посол. У меня пресс-конференция. За мной следили. Нам слишком долго сопутствовала удача. Ты готов? Пропустим передачу, Рихард. Нет, это очень важно. Текст такой. Войны в текущем году не будет. Рамзай. 4 октября 1941 года. Макс, я взял на себя огромную ответственность. Теперь мне должны поверить. Не могут не поверить. Не могут. Санджудо. Это была последняя передача Рихарда Зорге, разведчика, героя Советского Союза. Как вам известно, 2 октября перешла в наступление немецкая группа армии «Центр». Имея полное превосходство, противник за последние 2 суток продвинулся вперед, охватывая фланги Западного фронта. Обстановка осложняется еще тем, что на московском направлении стратегических резервов, способных прикрыть столицу? Нет. Силы, которыми обладает Германия, слишком велики, чтобы их можно было сразу остановить. И, к сожалению, некоторые наши военные показали себя не с лучшей стороны. Они надеялись на свою храбрость и классовую сознательность. А вот на войне оказались людьми недостаточно высокой культуры, недостаточно подготовленными в области технической. Какие меры нам следует принять? Первое. Сейчас на Ленинградском фронте у нас дела пошли лучше. Есть предложение срочно вызвать Жукова из Ленинграда. Второе. Мы получили достоверные сведения из различных источников, что японцы не нападут на Дальний Восток. Поэтому необходимо отозвать из Дальневосточной армии часть стрелковых дивизий, все танковые войска и скоростными эшелонами направить их под Москву. Третье. Городскому комитету партии товарищу Щербакову. Провести дополнительный набор ополченцев. Выкинуть лозунг «Все на защиту Москвы!»
Товарищ член военного совета, только что авиаразведкой обнаружено движение танков противника на Юхнов. Не может быть. Точно, товарищ дивизионный комиссар. Колонна танков и мотопехоты протяженностью до 25 километров. Летчики прошли над ней на небольшой высоте. Ясно видели фашистские кресты на танках и были обстреляны из зенитных пулеметов. Кто летал? Может, приняли за противника нашей части? Нет. Летали опытные обстрелянные летчики. Я им верю. Ну что ж, придется запросить генштаб. Маршала Шапошникова. Шапошников слушает. Борис Михайлович, не поступали новые данные о положении на Западном фронте? Ничего нового. У них никаких данных. Немецкая танковая группировка в глубоком тылу наших войск и движется к Москве, не имея никого на своем пути. Преступно, не убедившись в правдивости такого сообщения, бить набат. Николай Александрович, я вас прошу немедленно послать в повторную разведку лучших летчиков. Пусть они снизятся до бреющего полета и установят точно, что это за танки и мотопехота. На каком они расстоянии? Голова колонны вошла в Юхнов. Это 200 километров от Москвы. Надо сообщать. Соедините меня с маршалом Шапошниковым. Шапошников слушает. Борис Михайлович, каково положение на Западном фронте? Послушайте, Телегин, голубчик. Что означают ваши звонки и один и тот же вопрос? В чем дело? Немцы прорвали фронт и захватили Юхнов. Это данные авиаразведки. А ваши летчики не ошиблись? Нет, не ошиблись. Это невероятно. Мы таких данных не имеем. Так точно, товарищ Сталин. Вы только что докладывали Шапошникову о прорыве немцев в Юхнов. Откуда у вас эти сведения? И можно ли им доверять? Сведения доставлены лучшими боевыми летчиками и дважды проверены. Что предприняли? Сейчас поднимаю по боевой тревоге Подольское училище, военно-политическое училище и Академию имени Ленина. Действуйте решительно. Соберите все, что есть годное для боя. На ответственность командования округа возлагаю задачу. Во что бы то ни стало задержать противника на 5-7 дней. Генерал! Почему не в шинелях? Заместитель по хозчасти! Почему курсанты не в шинелях? И все роты еще успели перейти на зимнюю форму одежды, товарищ генерал. Чтоб завтрашнему дню все были в шинелях, понятно? Есть. Товарищи курсанты! Танковая группировка противника прорвалась и идет к Москве. Вся надежда на нас, на подольских курсантов. Надо задержать немцев на 3 дня. Всего на 3 дня. У нас плохо с вооружением и снаряжением, но, несмотря на это, мы должны оказаться достойными
славных боевых традиций красных курсантов гражданской войны. Клянемся выполнить свой долг. Клянемся не пустить врага к Москве. Клянемся! 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 Слушай мою команду. По Подольску пройти лихо. С песней машины по ходу реквизировать. Авангард, шестая рота. Шестая рота, слушай мою команду. Смирно! Направо! На плечо! Шагом! Марш! Запивай! Помню городок провинциальный, тихий, захолустный, печальный. Церковь и базар, городской бульвар. И среди мелькавших пар бывало, вижу знакомый родной силуэт. Синий берет, синий жакет, темная юбка, девичий стан. Мой мимолетный роман. 3, 4! Таня, Танюша, Татьяна моя, помнишь ли знойное лето это? Разве мы можем собою забыть все, что пришлось пережить? Таня, Танюша, Татьяна моя, помнишь ли... Рота, стой! Это? Далеко ли едете? А вам какое дело? Именем Отечественной войны и командования я реквизирую вашу машину. Это машина горосполкома, а это мои личные вещи. А нам нужна машина на фронт. Срочно. Филиппов, я. Разгрузите автотранспорт. Есть? Ребят, ребят, ну погодите. Ну что вы делаете? Ну вы понимаете, что вы делаете? Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. А ты, папаша, не веришь. Ну, дело. Начальник гарнизона города Вязьмы, генерал-майор Никитин. Что в городе? В городе тревожно. Распространились слухи, что из Юхнова идут немецкие танки. А в Вязьме наших войск нет. Где местная партийная и советская власть? В соборе. Садитесь, поехали. Генерал-лейтенант Рокоссовский. Секретарь Смоленского обкома Попов. Все в порядке, товарищи. Знакомьтесь с новым командующим. К сожалению, должен вас огорчить. Командующий есть, да командовать нечем. Как же так? Меня заверили, что придет 16-я армия, в которой не менее 5 дивизий. Немецкие танки в городе. Откуда? Я их видел. С колокольни. Немедленно выбираться из города. Товарищ командир, что ж вы делаете? Сами уходите, а нас бросаете, врагу оставляете. Ведь мы Красной армии отдавали все. И последнюю рубашку. Я старый солдат, воевал с немцами. Мы врага на русскую землю не пустили. Что ж вы делаете? Прости, отец. Мы еще вернемся обратно. Прости.
Давай вправо. Хозяин болен гриппом, но приказал привести вас прямо к нему. Прибыл по вашему приказанию, товарищ Сталин. Что нового под Ленинградом? Немцы ослабили натиск. Их войска в сентябрьских боях понесли тяжелые потери и переходят под Ленинградом к обороне. Товарищ Сталин, наша авиационная разведка установила большое движение механизированных и танковых колонн противника из района Ленинграда на юг. Вероятно, они перебрасывают их на московское направление. Вот смотрите. Здесь сложилась тяжелая обстановка. Я не могу добиться от Западного фронта доклада о положении дел. Мы не можем принять решение, не зная, где и какими силами наступает противник, в каком состоянии находятся наши войска. Поезжайте сейчас же в штаб Западного фронта. Тщательно разберитесь в положении дел. И позвоните мне оттуда в любое время. Я буду ждать. Почему в своих донесениях Сталину вы отделываетесь общими словами и не сообщаете истинного положения на фронте? Потому что мы его не знаем. Нет, вы его знаете. Вы знаете, что войска фронта окружены, и у вас уже нет больше никаких резервов. Положение действительно настолько нестабильное, и оно меняется каждый час. Мы рассчитываем на изменение обстановки в лучшую сторону. Рассчитываете, что войска фронта выйдут из окружения? А войска фронта вообще могли избежать окружения. Для этого нужно было только своевременно определить направление главных ударов противника и сосредоточить против него все резервы. А вы этого не сделали, хотя у вас было 2 месяца. Вообще, определить эту немецкую стратегию не так уж трудно. Все те же стандартные, много раз повторяемые удары механизированных войск на флангах. Успокойтесь. Я приехал не судить вас. Просто высказал свою точку зрения. Прощайте. Братве подъезжаем. Да? Братва?
Я здесь юные годы исходил вдоль и поперек. В 10 километрах отсюда моя родная деревня Стрелковка. Там сейчас осталась мать, сестра и ее четверо детей. Товарищ генерал, может быть, заедем? Нет, время не позволяет. Товарищ генерал, что будет с вашей матерью и сестрой, если сюда придут фашисты? Если они узнают, что это родные генералы армии Жукова, наверняка расстреляют. Давайте заедем, хоть скажем, чтобы уходили. Нет, невозможно. Через 2 недели деревня Стрелковка будет занята немецкими войсками. Жукову удастся в последнюю минуту спасти свою мать и сестру. Но дом их будет сожжен, как и все дома этой деревни. Товарищ генерал. Дальше ехать нельзя. Кто вы такие? Генерал армии Жуков. Где ваша часть? Товарищ генерал, здесь в лесу стоит штаб танковой бригады. Командир танковой бригады резерва ставки полковник Троицкий. Соратник по Холкинголу. Не ожидал вас здесь встретить. Я тоже не думал, что встречу вас здесь, товарищ генерал армии. Знал, что вы командуете Ленинградским фронтом. Ладно, докладывайте, что у вас. Противник занял Юхнов. Уверенная мне танковая бригада находится в резерве ставки. Стою здесь второй день и не получаю никаких указаний. Теперь бригада подчиняется мне. Без меня никуда ни одного танка, ясно? Ясно, товарищ генерал армии. Так, разверните часть бригады и организуйте оборону. С целью прикрытия направления на Медынь. Есть. И пошлите со мной офицера связи. Будьте здоровы. Может быть, чаю выпьете? Нет, невозможно. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому. А в терем тот высокий нет хода никому. Я знаю у красотки. Товарищ старший лейтенант, большое начальство приехало. Никто не загородит дорогу. Подойдите сюда. Командир 6-й роты Подольского пехотного училища, старший лейтенант Мамчич. Сколько держите оборону? 3-е сутки. Как ее построили? Мы выбили противника за речку Угру. По-видимому, это были его передовые части. И держим оборону по восточному берегу. Сколько человек в роте? 140 курсантов. Если бы пополнить роту еще бы человек на 60, то можно было бы углубить оборону, товарищ генерал. Дайте ему 1000 людей. Трудно, товарищ генерал армии. В других батальонах людей наполовину меньше. Ведь такой фронт держим. Знаю. Найдите где угодно. Есть. Но если ты, старший лейтенант, получишь пополнение, не удержишь занимаемого рубежа. Удержим. Вот тогда точно удержим, товарищ генерал армии. Смотри. Фашист не должен перейти через Угру. Так и скажи курсантам. Есть. Постой. Я сам скажу. Почему в немецких шинелях? Они хоть и трофейные, и вообще эрзац, но все-таки теплее гимнастерок, товарищ генерал. Ты что, пьян? Ни в одном глазу. Парашютисты дали по 100 грамм, чтобы согреться. Без шинели просто свежеповато, товарищ генерал. В чем дело? Училище подняли по тревоге, а интенданты не успели перейти на зимнюю форму. Отдать интенданта под суд военного трибунала и к вечеру, чтобы были шинели под вашу ответственность. Есть. А вы молодцы! Помните,
Ни шагу назад. Драться до последнего. И прошу вас, сынки, продержаться еще два дня. Еще два дня. Шинели к вечеру. Есть. Вы хоть знаете, с кем вы разговаривали? Нет, не знаем. Запомните, это Жуков. Мамочка, это большой секрет. Я ухожу на фронт, в тыл врага. Доченька. Только ты никому не говори, даже Шуре. Скажи, что я уехала к дедушке в деревню. Доченька, да по силам ли тебе это? Ты ведь не мальчик. И почему непременно ты? Я сама подала заявление в райком комсомола, что хочу на фронт. Если б ты была здорова, ты сделала бы то же, что и я. Я не могу здесь больше оставаться, не могу. Товарищ маршал Советского Союза, штаб 16-й армии вышел из окружения из-под Вязьмы. Командар 16, генерал-лейтенант Рокоссовский. Как же это вы так? Со штабом, но без войск 16-й армии оказались в Вязьме? Командующий фронтом приказал сдать свои войска командарму 20 генералу Ершакову. Срочно прибыть со штабом в Вязьму, чтобы получить новые 5 дивизий. Этих дивизий в Вязьме не оказалось. Странно. Посмотрите подписи. Генерал-полковник Конев, член военного совета Булганин. Да, я дал такой приказ, чтобы вовремя вывести штаб Рокоссовского из-под угрозы окружения. Он действительно должен был получить 5 дивизий под Вязьмой и нанести ими контрудар во фланг немцам. Но эти дивизии ввязались в бой с мотопехотой противника и не смогли выйти к Вязьме. Комиссия Государственного комитета специально приехала выяснить все причины поражения Западного фронта. Она учтет и это. В высшей степени странное ваше решение. Почему вы отдали стратегическую инициативу германскому командованию? Инициативу германское командование завоевало своим превосходством в силах, особенно в танках и авиации. Чтобы представить мощь удара врага, достаточно одного примера. Против 4 стрелковых дивизий 30-й армии противник ввел в сражение 12 дивизий. Свыше 400 танков. Войска 30-й армии проявили огромное упорство. Но вынуждены были отойти. А отход, вы знаете, самый сложный вид боя, требующий большой выучки войск. Когда прекратится этот ваш сложный вид боя? До каких пор наши войска будут отходить и сражаться в окружениях и котлах? Тоже мне, стратеги. Развалили? Красную армию. Войска, видите ли, не имеют опыта отступления. Да. До войны мы не изучали этот вид боя. Мы собирались воевать только на территории врага. Между прочим, это ваша доктрина, Климент Ефремович. Я не буду приводить цитат. Но вот теперь, во время войны, мы за это крепко поплатились. Ах, вот что. Во всех ваших ошибках виноват Климент Ефремович?
Для меня все ясно. Командование Западным фронтом показало полное отсутствие стратегического предвидения и неумение оперативно управлять войсками. Я, как член Государственного комитета обороны, буду настаивать на передаче дела командующего Западным фронтом генерал-полковника Конева в военный трибунал. Да? Вячеслав Михайлович? Да, это Молотов, товарищ Сталин. Жуков приехал? Жуков? Да, он здесь. Сейчас подойдет. Жуков у аппарата, товарищ Сталин. Ставка решила назначить вас командующим Западным фронтом. Вы не возражаете? Слушаюсь. У меня есть просьба назначить моим заместителем Конева. У членов комиссии ГКО в отношении Конева были особые мнения. Конев хорошо знает театр военных действий. Я думаю, Коневу следует поручить руководство войсками на Калининском направлении. Это направление слишком удалено. Мне нужно иметь там своего заместителя. Хорошо. В ваше распоряжение поступают все оставшиеся части резервного фронта. Берите скорее все в свои руки. Как новый командующий Западным фронтом, хочу высказать свои соображения членам Государственного комитета обороны. Войска Западного фронта дрались мужественно и упорно, а главное, не бежали. И в этом заслуга бывшего командования Западным фронтом. Ценой своей жизни они спасали Москву. Мы должны снять шапки перед памятью тех, кто до конца стоял в жестоких оборонах и насмерть дрался в окружениях. Они сковали главные силы немцев. Они задержали немецкое наступление на 8 дней. И мы должны использовать этот подвиг и создать новый фронт перед Москвой. Командующий 16-й армии генерал Рокоссовский, получите боевую задачу. Вы перекроете Волоколамское шоссе. Войска будут? Должны быть. Слева от вас Минское шоссе перекроет генерал Люлюшенко. Командир 32-й дальневосточной краснознаменной стрелковой дивизии, полковник Полосухин. Дивизия полностью вооружена, оснащена всем необходимым, может немедленно вступить в бой. Вам, полковник, выпала великая честь сражаться на Бородинском поле. Почему оставили? Не успели. Полосухин, снимите все русские знамена и отдайте их частям, защищающим Бородино. Пусть осенят эти знамена своей славой и принесут полкам счастье в бою. А это что такое? Книгу отзывов почетных посетителей. Полосухин, напишите от имени воинов.
Приехали Бородинское поле защищать. Полосухин. Это был французский легион, состоящий из так называемых французских добровольцев, набранных главным образом в Лотарингии. Французы – союзники, друзья. История повторяется. 130 лет назад здесь, через Бородино, прошла великая армия Наполеона. Французы и немцы тогда сражались бок о бок, плечом к плечу. Армия Европы разбила силы русских и взяла Москву. Сегодня вам предстоит повторить подвиг ваших прадедов. Храбрые французы, я призываю вас к стойкости. Товарищ полковник, объединенный батальон Московского военно-политического училища имени Ленина, 600 человек, все коммунисты. Вот тебе, комиссар, знамя гренадерского полка. Беречь, как свое боевое. Будете во втором эшелоне, пойдете в самую трудную минуту. Ясно. Оборону держит 230-й запасной учебный полк добровольцев-москвичей. Здравствуйте, москвичи! Здравствуйте! Вот держите знамя московских ополченцев 12-го года. Спасибо, товарищ полковник. Это для нас, москвичей, особо ценная реликвия. Откуда личный состав? Основное ядро с завода «Серп и молот». Вот инженер Григорьев. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Гончар, электромонтер. Это с Треугорки, Орлов, Захарченко. Это тоже серпа и молота, отец и сын Павловы. Коренные москвичи? Так точно, товарищ полковник. Как настроение? Ну, настроение боевое, товарищ полковник. Вот только командир отделения нас, стариков, сильно гоняет. Это кто ж такой? Сын мой, Павлов, выдвинулся, понимаешь? Получил ефрейтора, вот и... Ничего, папаша. Отгоним фрицев. Сержанта получишь. Сам прослежу. Слыхал? Командир 20-й танковой бригады, полковник Орленко. Вручай тебе, Орленко, знамя кавалергарда 12-го года. Чтобы твои стальные кони так же резво скакали и били неприятеля. Мало коней. Но мы порезвимся. Если что, сообщи моим. Конечно. И ты тоже. Стой! Нам в хозяйство Рокоссовского. Пароль! Как же я тебе, мил человек, дам пароль, когда мы из окружения идем? Ничего не знаю! Вася. Что поделаешь, сынок? Нет времени!
товарищ генерал-лейтенант. Третий кавалерийский корпус прибыл в ваше распоряжение. Здравствуйте, Лев Михайлович. Прошу в мой штаб. Мы теперь богато живем. Палатки обзавелись. Стой! Пароль! Ну какой же я тебе скажу пароль, когда мы только что с поезда из Средней Азии, понимаешь, приехали, а ты нас вот так встречаешь. Ладно, проходите. Наша 16-я армия пока еще малочисленна. Основные силы. Это третий кавалерийский корпус. Две сильно поредевшие дивизии. Корпус, как вы знаете, вышел из окружения. Мы знаем о вашем подвиге, Лев Михайлович. Итак, кавалерийский корпус генерала Даватора, сводный полк курсантов училища имени Верховного Совета РСФСР, 1200 человек, и 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова. Да, у меня полнокровная дивизия, 15 тысяч человек. Она организована еще по старому штатному расписанию. Командиры подобрались крепкие, политработники выдвинуты партийным активом Казахстана. Мы будем рожден был хватом. Только не успокаиваться. Ночью провести разведку и быть готовыми к утру. Добро. Сокол. Первого.
Держите Бородино. Следите за Минской автострадой. Минируйте все подходы. И вот еще что. Создайте подвижные отряды саперов с минами и подрывными зарядами. Посадите эти отряды на машины, на повозки. Задача преградить путь танкам противника. Резервов нет. Все. Товарищ командующий, немцы выбросили парашютный десант в расположение штаба фронта. Скажите, чтобы мне сюда принесли автомат. Когда уничтожите десант, доложите. Есть. Разрешите? Десант противника уничтожен. Захвачены пленные. Будете допрашивать? Некогда. Ставку сообщить? Зачем? Вот. Донесение генерала Докторова фельдмаршалу Кутузову о сражении на Бородинском поле 26 сентября 1812 года. Полки гвардейские, литовские, измайловские, финляндские во время сражения оказали достойную русских храбрость и были первыми, которые необыкновенным своим мужеством, удерживая стремление неприятеля, поражали оного повсюду штыками. Прочие полки гвардейские, Преображенские и Семеновские, также способствовали к отражению неприятеля неустрашимостью. Вообще все войска, в сей день, дрались с необычайной и отчаянной храбростью до наступления ночи, которая прекратила сражение. Ну, прямо как у нас. Ну, прямо можно писать как боевое донесение. А написано как? Каким словом? Замечательно. Герой Бородинского сражения 20-го столетия, полковник Полосухин, погибнет через 3 месяца. В феврале 1942 года под Гжатском. Проснулись. Сейчас полезут. Все по местам?
Давай же ты! Отсекай пехоту! Огонь! Огонь! Папа! 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 Октября противник начал наступление крупными силами на всех оперативно важных направлениях, ведущих к Москве. В центре противника владел Калугой. Внезапным ударом немецкая танковая группировка захватила Калинин, Боровск, Верею. На Бородинском поле противнику удалось вклиниться на 5-6 километров. Все это значительно осложнило обстановку под Москвой. Наши войска ведут тяжелейшие бои. Ранен командующий Брянским фронтом генерал Еременко. Убит командарм Ершаков. Командарм Лялюшенко ранен. Есть предложение командующим 5-й армии вместо Лялюшенко назначить Говорова. Все согласны? Продолжайте, Борис Михайлович. В связи с угрожающим положением необходимо подготовить батареи противовоздушной обороны к отражению наземного врага, создать специальные отряды минеров и заминировать все дороги и мосты вокруг Москвы, а также подготовить взрывы мостов в самой столице. И, наконец, решить вопрос с эвакуацией. По этому вопросу слово имеет товарищ Молотов. В связи с приближением линии фронта к столице, Государственному комитету обороны необходимо принять решение об эвакуации из Москвы правительства СССР и переезде его в Куйбышев. Эвакуации подлежат все правительственные учреждения, дипломатический корпус, все крупные заводы, научные и культурные учреждения. Необходимо также вывести из столицы особо важные государственные ценности. Надо эвакуировать из мавзолея Ленина. Вам, Борис Михайлович, тоже следует уехать с генеральным штабом. Пусть останется Васильевский с оперативной группой. Слушаюсь.
Товарищи, я считаю, что товарищ Сталин должен эвакуироваться из Москвы. Мы не имеем права подвергать его жизнь опасности. Я посоветуюсь с товарищем Сталиным. Эвакуация. История не знала подобного. 1523 промышленных предприятия было демонтировано, часто под налетами авиации противника, погружено на железнодорожные платформы и в течение 5 месяцев перебазировано в восточные районы СССР. Для этого понадобилось 1,5 миллиона вагонов. Всего перевезено 10 миллионов человек. По сути дела, целая индустриальная страна была эвакуирована на 1000 километров на восток. Дело, товарищи. Да вот начальство убегает, она заставляет. Ну и пускай убегает. Чем меньше останется паникеров, тем лучше. Москву мы не сдадим! А как же начальство? Сталин остался в Москве. Смирно! Шагом марш! Ребятки, немцы захватили вот эту деревню, Шубинку, будь она неладна. Захватив Шубинку, противник имеет возможность развернуть наступление на Малый Рослаец. А потом каждая взятая деревня – это путь к Москве. Покажите, братцы, последний раз. Служим Советскому Союзу. Спасибо. Цепи! Встать! Товарищ капитан, пулемет неисправен. Брось ты его к чертовой матери! За мной! Вперед! Филиппов, забивай! Помню городок провинциальный,
тихий, захолустный, печальный. Церковь и базар, городской бульвар. И среди мелькавших пар бывало вижу знакомый родной силуэт. Синий берет, синий жакет, темная юбка, девичий стан. Мой мимолетный роман. Три, четыре! Таня, Танюша, Татьяна моя, помнишь ли знойное лето это? Разве мы можем с тобою забыть все, что пришлось? Ура! Преследовать противника! Вперед! Взяли! Взяли, ребятки! Отбили Шубинку! Смотри, и вперед пошли! Эх, сейчас бы помочь им чем-нибудь. Чем-нибудь. Начальник, слушаюсь! Есть у тебя взвод? Ни одного человека, товарищ генерал! Какой-нибудь резервный взвод! Ни одного человека! Ах. Ура! Жили дьяволы. Теперь это Анюша не поможет. И ты у меня один в подчинении остался. А ну-ка, курсант Гусев, в рассыпную! Не можешь. Не остри, Филя. Сейчас не надо острить. Вот Дегтярь Ваньки. Его убило, целый диск остался. Подожди! Гусь! Гусь, вспомни! Зою вспомни, Гусь, Зою! Thank you.
все. Кончено. Противник задержан еще на одни сутки.